смотри. Что, придумал план? Я думаю, можно пройти через низину. Вот здесь. Возможно. Ага. А может так? Вот здесь. Не. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эленсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично. Элли. Они расплатились сполна. Но она будет жить. Да. Ты согласна? Выбора нет. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Ха! Нет уж, сам ищи, как подлизаться. Ты в порядке? Да. Элли. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей – мои проблемы. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем… Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Чёрт! Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю! Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Тварь! Ладно! Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Черт! Нет! Нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Стой! Отпусти ее! Томми! Быстрее! Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. Куда ты бежишь? Ах!
тварь! Ты сдохнешь, поняла? Чтоб я больше вас не видела. Пошли. Иди сюда.
Ты чего? Все хорошо. Тише, тише. Не плачь. Они тебе нравятся, малыш? Прически у них безумные. Это кто у нас такой красивый? Дина! Я на кухне. О, здорово, проказники. Привет. Спасибо, что вымыла посуду. С тебя за это причитается музыка. Я что-нибудь найду. Поставим музычку. Любишь буги-вуги? Ну, давай. О, зашибись! Обожаю эту песню. Твоя мама не слишком разборчива. Конечно, я же выбрала тебя. Ну и? Что, хочешь потанцевать? А ты умеешь? А то. О, смотри, как мама может. Ух ты. О, привет. На меня подействовала. Чудная ты. Я в курсе. Ладно. Все, ты меня отвлекаешь. Я знаю. Все, все, хорош. Иди. Ладно. Ой, я оставила Олли снаружи. Можешь сходить за ним? Да, конечно. Подышим свежим воздухом. Привет, Олли. Как ты тут очутился? Так, ну-ка. Вот, садись. Красиво, да? Эй, знаешь что? Я тебя научу играть на гитаре. Когда ручки вырастут. И когда ты перестанешь какать в штаны. Не переживай. Мы все так делали. Я тебе такого могу рассказать. Как будешь постарше? Ах, намного старше. Даже не знаю, с чего начать. Картоха. Картоха, ты мой милый кроха, тю-тюрюм,
тю-тю-тюрм, картоха, картоха, ты милый мой дружочек. Какой ты большой. Да, молодец. Ладно, Картофан, пойдем проведаем маму. Давай и тебя впишем. Ну вот, как положено. Я пошла развешивать белье. Ух, спина. Одна справишься? Ага. Да-да. Принести ему куртку? Нет, не надо. Опять? Можешь сказать стоп. Или не можешь? Ладно, стоп. Я серьезно. Хочешь погладить? Сейчас. Вот, давай. Не-не-не. Нежно, нежно, нежно. Вот так. Правильно. Ага. Элли. Что? Давай я его заберу. Загонишь овец в хлев? Да, мы с ним вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Да я дипломированный пастух. Значит так, овцы, ужин ждет вас в хлеву. Так что идите. Снежок, все в хлев. Ромашка, заходи. Ого, сколько овец. Как думаешь, сколько их здесь? Посчитаем? Одна, две... Ну и хватит, а то я усну. Юджин. Эй, заходим, заходим. Тот, двигай телом. У нас явно овец больше, чем нужно. Слушай, а давай парочку слопаем? Вкусно же. Молодец, Джей-Джей. Мы справились. Ладно, ребята, увидимся завтра. Эй, ты как вылез?
Пойдем, озорник. Дыши. Не могу, не могу. Я возьму его, ладно? Давай. Осторожно. Иди сюда. Прости. Я не знаю, что. Я просто их. Ничего. Зато сразу взбодрились. Ну что? Привет. Ты где была? Охотилась. Получилось как-то долго. Кто приехал? Ну, ты заходи. Ай! Ай! А у тебя медвежья хватка. Привет, Томми. А вот и ты. Давай, я возьму его. Иди сюда. А, вот тебе? Так. Помочь? Я сам. Здравствуй. Привет. Рада видеть. И я тебя. Такой тяжеленький. Да уж, сплошной комок мускулов. Как город, Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Сочувствую. Ничего. Мы поговорили об этом. Мы оба этого хотим. Итак,
Присядь. Кое-что покажу. Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Хватит с нас этого. Прости. Ну, я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Так. Все. Держу. Эй! Что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя! Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай! Она дала слово! Да мне плевать! Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Чтобы больше ты в моем доме об этом не заикался. Ты меня
Эй. Да. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Ладно. Пойдем спать. Поговорим утром, да? Я должна идти. Ничего. Ты, Томми, не должна. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Что? Ты думаешь, мне легко? Это все ради него и ради тебя. Люблю тебя. Так докажи. Останься. Прости меня. Так что значит мне просто сидеть тут и ждать тебя? Бог знает, сколько гадать, убили тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. И Джоэл. Эй, постой. Эй, эй, не надо. Мы же семья. А ведь это должно быть важнее всего. Я больше не стану повторять. Дело твое.